Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. И сегодня мы вновь отправимся в Турку, Финляндия, где вы услышите продолжение моей проповеди «Встреча с Иисусом». Я верю, что это послание благословит вас. А в конце, я, как обычно, буду молиться за вас, за ваши нужды. Я благословлю вас. Я верю, что эта программа коснется вас, и вы испытаете всю полноту Божьего присутствия, в то время как вы черпаете наставление и воодушевление в Слове Божьем. Итак, давайте обратимся к Слову. Если раньше ее разбирало любопытство, то теперь и подавно. И она говорит: «Этого не может быть. Что же он за человек такой?» Вот что я вам скажу. Богу нравится подогревать в человеке любопытство и возбуждать определенные желания, чтобы нам захотелось взыскать его. Вот почему время от времени он совершает великие чудеса и знамения, зная, что это непременно вызовет любопытство. Зачастую люди хотят просто поинтересоваться, полюбоваться, и в этот момент они переживают встречу с Иисусом. В этой связи мне вспоминается один человек из Америки, который посетил наше служение на прошлой неделе. По его собственному признанию, он был настроен весьма скептически. Мол, я не верю во все эти бредни. Это было в американском штате Джорджия. Он все воспринимал в штыки. Но вот очередной проповедник пустослов, а возможно, что и вовсе шарлатан. Аминь, ничего страшного, все в порядке. Не впервой. Аминь. Никаких проблем. Он все воспринимал в штыки. Впоследствии он рассказывал, что в этот момент Дух Святой упрекнул его, и Бог сказал ему: «Не говори так о моем сыне. Думай так о моем сыне, на котором мое помазание». На что он ответил: «Господи, прости меня. Я раскаиваюсь за мое критическое мышление. Пожалуйста, исцели меня». Дело в том, что у него в ноге образовался тромб, отчего нога почернела. Кожа на ноге была черного цвета. Это удивительно. До чего все-таки милостив наш Господь? Потому что с человеческой точки зрения мы думаем, что нет. Он не заслуживает исцеления. Но Господь коснулся его. Стоило ему пуститься в обратный путь, как он ощутил прикосновение Божьей силы. А уже на следующее утро его кожа была абсолютно чистой, без следа поражения. Кроме того, его беспокоили симптомы болезни Паркинсона, и в частности тремор. В определенный момент он ощутил капельки воды на своих руках. Он подумал, что забыл закрыть окно, и пошел дождь. Но дождя не было, а окно было плотно закрыто.
А уже на утро тряска полностью прекратилась, и он чувствовал себя абсолютно здоровым. Как видите, Богу нравится привлекать к себе внимание. И он действует определенным образом, чтобы привлечь ваше внимание, дабы вы взыскали его. Написано: «Ищите Господа, когда можно найти его». Каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку, как говорится, стар и млад, чтобы они могли принять Христа, вне зависимости от того, откуда они родом и как сложилась их судьба. Что если они взовут к имени Иисуса, то они будут спасены. Что он сделал в случае с этой женщиной? Если бы это случилось сегодня, в 21 веке, если бы кто-то пришел в нашу церковь и рассказал вам о том, что у меня было 5 мужей, а тот человек, с которым я живу сейчас, мне не муж. Я представляю себе вашу реакцию. Вот это да. Ну ты даешь 5 мужей, а теперь еще сожитель. Она больше похожа на голливудскую актрису, где мужей меняют как перчатки. А мы как церковь не одобряем подобное поведение. Едва ли о таком человеке можно сказать, что он достоин того, чтобы принять что-либо от Бога. Но Бог смотрит иначе. Он смотрит на сердце, видя то, чего никто другой не видит. И Иисус возлюбил эту женщину. Он говорит: «Я явлю себя ей такой, какая она есть». Многие люди видели и говорили: «Она этого не заслужила». Но я собираюсь поставить вас в тупик и явить свою милость кому-то, кого все давным-давно списали с счетов. Вот в чем прелесть Евангелия. Иисус всегда простирается к тому, кто вам неприятен с религиозной точки зрения. Он избирает алкоголика, наркомана, проститутку и освящает посредством драгоценной крови Иисуса Христа. Он берет такого человека, которому в приличном обществе относится с предубеждением, и говорит о нем, что отныне этот человек — дитя Божье, который искуплен и омыт кровью Иисуса. Скажите «Аминь». Он ищет грешников. Он не ищет праведников. Он ищет грешников. И мы, как церковь, должны это понять. Бог ищет тех, кто находится за рамками церковных стен. Тех, кого мы с вами списали с счетов. Тех, кого вы считаете отбросами общества. Когда мы это поймем, мы наберемся смелости, чтобы проповедовать Евангелие на улицах, твердо зная, что Бог желает спасти грешников, оплеванных и измученных. Какой и была эта женщина. А Иисус явил себя ей.
А если мы с вами продолжим читать, то увидим, что далее он говорит о поклонении. Она спросила у него, «А где же нам теперь поклоняться?» На что Иисус отвечает и говорит, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. А она говорит, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос». А в 26 стихе Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобой». Во всей Библии нет, пожалуй, ни одного места, где бы Иисус настолько недвусмысленно говорил о себе. Аллилуйя. Возможно, вам кажется, что никто вас не замечает. Может статься, что вы считаете себя никчемным, ввиду отсутствия каких бы то ни было регалий. Возможно, вам не повезло попасть в подходящую компанию, где вас считают ровней. Может статься, что ваше прошлое покрыто пеплом. Послушайте, вот что я вам скажу. Где бы вы ни были, Бог по-прежнему простирается к вам своей милостью и благодатью. Однако вовсе не повод оправдывать свое плохое поведение или свой грех. Но это вселяет в вас надежду на то, что Бог способен кардинально изменить вашу жизнь. Бог протянет к вам свою руку и никогда не оставит вас в беде. По своей великой благодати Бог поможет вам выйти из тупика, очистит и простит, и искупит вас, наполнит вас Своим Святым Духом и даст вам новое начало, чтобы вы могли начать новую жизнь. И если раньше вы воровали, то теперь вы не будете этого делать. Если раньше вы лгали, то теперь вы будете говорить правду. Если раньше вы изменяли, то отныне вы будете хранить верность. Потому что Евангелие несет человеку преображение. А где нет преображения, там и нет и Евангелия. Божья благодать не дает человеку права грешить. Благодать — это та самая сила, которая позволяет вам жить в послушании. Он принимает вас таким, как есть, и делает вас другим человеком. Аминь. Аллилуйя. Вот что происходит с человеком, когда он встречается с Иисусом. Сперва он вызывает у вас живой интерес, после чего он открывается вам, попутно выявляя ваши недостатки, а потом преображает вашу жизнь и делает вас новым человеком. Аллилуйя. Он открывает себя. После того, как он открылся ей, написано, что эта женщина ушла во свояси. Она взяла свое ведерко,
и пошла в город. И приняла рассказывать всем, кого встречала на своем пути. «Пойдите и увидите. Пойдите и увидите того, кто знает всю мою подноготную. А может, он и есть Христос? А знаете, к чему это в итоге привело? Людям стало любопытно. Иисус вызвал у нее любопытство. После чего теперь уже она пошла и заинтриговала остальных, говоря, «А может, это и есть Христос?» Этот мир должен захотеть того же, чтобы мы могли сказать им, «Смотрите, что у меня есть. Смотрите, что я пережил. Ты тоже можешь так. Приходите и почувствуйте свою радость. Приходите и вкусите ту силу, которая обитает во мне. Приходите и познайте того Бога, которого знаю я. И ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Скажите аминь. Пережив встречу с Иисусом, вы наверняка захотите, чтобы и другие люди пережили то же, что и вы. Христа нельзя присвоить. Это невозможно. Если же вы не чувствуете в себе пробуждение идти и достигать этот мир, то вы в большой беде. Если у вас пропало желание идти и достигать потерянных, то вы в большой беде. Встреча с Иисусом наполняет вас состраданием к тем, кто еще не познал Его. Итак, она пошла и созвала остальных. Далее читаем. Они вышли из города и пошли к Нему. Получается, что эта женщина в одночасье стала настоящим евангелистом благодаря одной единственной встрече с Иисусом. Ее охватило непреодолимое желание. Чтобы и другие люди также пережили встречу с Ним. А как вы относитесь к потерянным? Мне все равно. Главное, что я спасен. Ваше сердце должно гореть страстью к потерянным. Я хочу, чтобы люди пережили встречу с Иисусом. Итак, написано, что эти люди пришли. И пришли, и встретили Его. И после того, как они встретили Его, написано, что они уговаривали Его побыть у них. «Пожалуйста, останься», — говорит Библия. «Пожалуйста, останься. Нам нравится, что ты говоришь. Останься. Твои слова пропитаны жизнью». Сам Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Подлинное слово от Господа несет в себе жизнь. Они несут в себе силу, преображение и радость. После чего они сказали ей, «А теперь мы и сами верим в Него.
Мы верим в то, что этот человек — истинно спаситель мира. И уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышим и были с ним. Другими словами, им стало любопытно. И однажды в их жизни настал такой момент, когда они поняли, что это и есть Христос. Повстречав на своем пути Христа, вы будете приводить других людей ко Христу. Судьбоносная встреча с Иисусом произведет в вас подобное желание. Аллилуйя! И это затрагивает все сферы жизни. Пару лет назад мне на глаза попались статистические данные, согласно которым большинство американских христиан тратит больше денег на своих домашних питомцев по сравнению с тем, что они жертвуют на миссии. Я вовсе не против домашних животных, у нас живут две кошки. При этом я твердо убежден, что со мной творится неладное. Если я трачу больше денег на кошку, чем жертвую на дело Евангелия. Когда я трачу деньги на развлечения, рестораны, на одежду и тому подобное больше, чем то, что я сею на дело Евангелия. И я не говорю о базовых потребностях, таких как необходимость платить по счетам. Я имею в виду разного рода развлечения, траты на ваших домашних питомцев и многое другое. Как такое стало возможным, что мы проявляем гораздо большую заинтересованность в вещах переходящих, временных? Когда вы встретите Иисуса, ваши приоритеты изменятся, и эти перемены затронут собой каждую сферу вашей жизни. Они затронут ваше мышление. Они затронут все то, что вам дорого. Они затронут ваши деньги. Затронут то, как вы распоряжаетесь своими финансами. Почему? Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И снова здравствуйте. Я здесь, чтобы помолиться за вас и провозгласить Божье благословение в вашу жизнь. Я верю, что это слово благословило вас. Очень важно, чтобы мы вновь пережили встречу с Иисусом, чтобы каждый человек испытал подобное переживание. Это наша цель, чтобы у каждого человека была возможность услышать о Христе и встретиться с Ним. Я хочу молиться о том, чтобы Бог помазал вас, и чтобы через вас молились люди и пережили встречу с Господом. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса, это моя молитва о тех, кто нас сейчас смотрит, чтобы точно так же, как Ты благословил эту женщину-самаритянку, в то время, как она шла и на каждом шагу во всеуслышание возвещала о том, что Христос — это и есть тот самый долгожданный Мессия. Отец, я молюсь, чтобы сегодня Ты помазал этих людей Твоим Духом Святым и силой, дабы они могли свидетельствовать о Христе и говорить о Господе своим соседям, друзьям, своей семье, чтобы они встретили Его. Отец, я молюсь, чтобы Ты помазал этих людей на евангелизацию, чтобы им не терпелось своими глазами увидеть, как люди обретают спасение и входят в Царство Божье. Отец, я прошу, чтобы Ты вложил в каждого человека страсть
к потерянным. Отец, сделай их подобными магниту, теми людьми, которые несут в себе любовь и присутствие Иисуса, чтобы и другие люди могли через них пережить встречу со своим Господом. Отец, дай им новое помазание, прикоснись к ним во имя Иисуса. Также я молюсь за тех, кто болен, кто проходит через трудности, и прошу, чтобы Ты прикоснулся к ним, чтобы Ты укрепил их, наполнил их собой и своей силой. Отец, я молюсь о Твоей Церкви по всему миру, о верующих из разных стран, чтобы они приняли новую порцию помазания, быть инструментом благословения и царства. Обязательно свяжитесь с нами посредством социальных сетей на Ютубе и в Инстаграме и в Фейсбуке. Пишите нам свои свидетельства и молитвенные нужды.